Борис и Барбара думали о дне рождения Мифи. «Что нам для нее сделать?» – спросила Барбара. А Борис сказал: «Скоро придет весна. И я знаю, что Мифи любит каждый год смотреть на птенцов. Что, если я сделаю для нее скворечник, на который она сможет смотреть каждый день?» «Отличная мысль, Борис», — сказала Барбара. «Его надо покрасить в яркий цвет, чтобы привлечь птицу-мать. Он будет точной копией дома Мифи, только уменьшенный, чтобы подходить по размеру птенцам», — сказал Борис. «У меня есть рисунок дома Мифи. Я буду опираться на него». Борис взял самые лучшие деревянные доски. Из них он сделал стены. Из одной крепкой доски он сделал пол, а из двух других крепких досок – крышу. Сначала он нарисовал чертеж с нужным ему размером досок. И как они будут соединены и прибиты. Потом Борис измерил доску своей специальной линейкой и карандашом отметил, где ее надо обрезать. Он закрепил доску на своем верстаке, чтобы она не двигалась, и взял свою острую пилу. Он двигал пилой взад и вперед по одной линии, которую он нарисовал карандашом. И он проделал это с каждой доской, пока все части скворечника не были нужного размера. Потом молотком он прибил все части друг к другу. И, наконец, у него был идеальный маленький домик. «Я просверлю в домике маленькое отверстие своей дрелью, чтобы мама-птица могла залетать в скворечник и вылетать из него. Она будет собирать веточки и траву и сделает внутри уютное гнездо». «Барбара, скворечник готов. Можешь его красить», — сказал Борис. У медведицы Барбары было много баночек с яркой краской и отдельная кисточка для каждого цвета. И скоро маленький скворечник стал напоминать домик Мифи. Но было только одно маленькое отличие. Когда наступил день рождения Мифи, Борис и Барбара принесли скворечник Мифи домой и установили его в саду. «С днем рождения, Мифи!» – сказали Борис с Барбарой. «У нас для тебя сюрприз. Иди посмотри». Мифи очень обрадовалась своему скворечнику. «Он так похож на мой дом», — сказала она. «Но что-то в нем не так. Вместо двери у него только маленькое отверстие». «Это дверка для птиц», — сказал Борис. «А не для зайцев». И они рассмеялись. «Как хорошо иметь таких умных друзей», — сказала Мифи. «Вы меня очень порадовали, и ваш подарок порадует и птицу-мать». И мы можем этому только радоваться. Мифи читала в сказках, что фея может исполнить три желания. И она задумалась, что бы она хотела пожелать, если бы фея исполнила три ее желания. «Мое первое желание – чтобы мои мама и папа вечно меня любили», – сказала она. Но она и так знала, что ее мама и папа будут любить ее вечно. Поэтому она попыталась придумать другое желание. Она решила прогуляться. Она точно знала, что во время прогулки она будет думать лучше. Гав! Это была Снаффи, которая, как всегда, была очень рада видеть Мифи. «Хочешь пойти со мной?» – спросила Мифи.
Когда Мифи и Снафи гуляли, они встретили Эгги, у которой была в гипсе лапка. «Привет, Эгги», — сказала Мифи. «Что у тебя с лапкой?» «Я упала, когда каталась на роликах», — сказала Эгги, — «и ударила ее». «Желаю, чтобы она скорее у тебя прошла», — сказала Мифи. «Спасибо, Мифи», — сказала Эгги. Это было первое желание Мифи. «Если мое желание волшебное, лапка у Эгги пройдет уже завтра», — подумала она, помахав на прощание подружке. Когда Мифи и Снафи подошли к лесу, пошел дождь. Мифи забыла взять на прогулку свой зонтик. «Как же так?» – сказала Мифи. «Как же я хочу, чтобы никогда не было дождя и чтобы всегда светило солнце!» Мифи удивилась, когда дождь быстро прекратился и выглянуло солнце. «Я истратила свое второе желание!» – сказала она. «Если всегда будет солнце и не будет дождя, не будут расти деревья!» Теперь у нее осталось только одно желание. «Мое последнее желание должно быть особенным», — сказала она Снафи. Они шли, а Мифи все думала и думала. Она смотрела вокруг и пыталась загадать желание о чем-то очень важном. Она шла полем, на котором было много цветов. Мифи подумала о своей маме и решила принести ей букет цветов. «Но моя мама больше всего любит желтые цветы», — сказала она Снафи. «Я вижу много красных и синих цветов. Может, мне использовать последнее желание, чтобы найти желтые цветы?» И прямо за поворотом было целое поле красивых желтых цветов. «Теперь я могу потратить свое последнее желание на что-то другое», — сказала Мифи. «Я пожелаю мороженое». Мифи нарвала красивый букет цветов для своей мамы. «Три желания – это замечательно!» – сказала Мифи, когда они пошли домой. Когда Мифи подарила маме крольчихе букет цветов, та была очень счастлива. «Мифи!» – воскликнула она. «Какие же красивые цветы! Это мои любимые желтые цветы!» «Я приберегла последнее желание для мороженого», — сказала Мифи. «А знаешь, чего желаю я? Я хочу, чтобы моя малышка Мифи была всегда такой же милой, как сейчас». И она крепко обняла ее. А потом мама зайчиха пошла на кухню и дала Снафи мисочку с водой, а Мифи — мороженое. Наступили каникулы. Когда занятия в школе закончились, Мифи и ее родители-зайцы собрались поехать отдохнуть. Мифи посмотрела на карту, чтобы увидеть, куда они поедут. Один год они ездили на море, а в этом году они поедут в горы. Мама-зайчиха сказала: «Надо взять с собой теплые вещи». «Зачем, мама?» – удивилась Мифи. «Ведь сейчас лето!» «Ты увидишь, Мифи, и очень удивишься!» Папа-заяц проверил машину, чтобы на ней можно было безопасно ехать в горы. И они отправились по красивым холмам и через леса. Они стали подниматься в горы. Мифи заметила, что чем выше они поднимались, тем становилось холоднее. Когда они остановились полюбоваться удивительным видом, они надели на себя всю теплую одежду. Когда они поднялись еще выше, Мифи увидела в некоторых местах на земле снег. «Странно», — сказала Мифи. «Снег летом?» «Теперь ты меня поняла, Мифи. Чем выше в горы мы поднимаемся, тем становится холоднее. А на некоторых высоких горах
Снег лежит круглый год, сказала мама зайчиха. Когда они поднялись на самую вершину горы, снег лежал повсюду. А можно поиграть со снегом, как зимой? Спросила Мифи. Давайте это узнаем, сказал папа заяц. Мифи со своими родителями слепила снеговика. А потом они стали играть в снежки. Скоро им уже надо было спускаться с горы. По мере того, как они спускались все ниже и ниже, снова становилось все теплее и теплее. И, наконец, они приехали на берег красивейшего озера. «Вот здесь мы и проведем свой отпуск», — сказала мама зайчиха. «Смотри, Мифи, тебя здесь что-то ждет». «Еще один сюрприз!» — воскликнула Мифи. «Сначала снег, а теперь лодка! Какой замечательный отпуск!» Мама стала готовить их стоянку для лагеря, а Мифи с папой пошли к лодке. Они сели в нее и поплыли вокруг этого замечательного озера. Когда они вернулись, Мифи увидела, как мама-зайчиха разожгла костер и приготовила вкусный походный ужин. Какие замечательные каникулы! Каждое утро Мифи выглядывала в окно и смотрела, не идет ли почтальон. Она надеялась, что в один прекрасный день ей придет письмо или открытка. Мама-зайчиха сказала: «Мифи, сходи проверь, есть ли сегодня какая-то почта». И Мифи пошла к парадной двери посмотреть. И почта действительно пришла. Она взяла ее и отнесла на кухонный стол. «Это утренняя газета», — сказала мама-зайчиха. «А это письмо мне от тети Элис. И смотри, Мифи, вот красивая почтовая открытка, адресованная тебе, от твоей подруги Мелани». «Как здорово!» — воскликнула Мифи. Ее подруга Мелани отдыхала вместе со своими родителями. На открытке была красивая почтовая марка. «Смотри, мама, здесь маленькие рисунки, нарисованные самой Мелани. Мелани нарисовала на открытке солнце», — сказала Мифи. «А значит, у них там хорошая погода. А рядом с солнцем она нарисовала волнистые линии. Это похоже на воду. Это означает, что они купаются в океане. Смотри, есть даже рисунок яркой рыбки». «Да», — сказала мама Мифи. «Мелани умный маленький зайчик. А вот еще один рисунок. Это солнышко улыбающееся. А значит, им там весело. И смотри, она нарисовала маленький рисунок себя, чтобы ты знала, что открытка действительно от Мелани». «Я тоже хочу отправить Мелани открытку и нарисовать на ней себя», — сказала Мифи. «Можешь использовать вот эту открытку», — сказала мама Мифи. «Можешь нарисовать на ней другие рисунки для Мелани. Нарисуй на ней наш маленький домик». Мифи взяла открытку и карандаш на улицу и внимательно посмотрела на свой дом. «Да», — сказала она, — «мой рисунок точно похож на наш дом».
Потом Мифи хотела нарисовать на открытке цветок. Она пошла в свой сад, где рос прекрасный цветок. Она внимательно посмотрела на этот цветок, а потом нарисовала его на открытке. В это время на цветок села бабочка. И Мифи быстро нарисовала бабочку. После этого Мифи вернулась в дом закончить свои рисунки. Она нарисовала себя и Мелани. «Это покажет Мелани, как сильно я ее люблю», – подумала Мифи. И Мифи раскрасила свои рисунки. Она нарисовала белому дому красную крышу, красные ставни и зеленое окно. Она раскрасила цветок красным цветом, а листья – зеленым. Бабочку она раскрасила в желтый цвет. Рисунок себя она оставила белым, а Мелани раскрасила коричневым цветом. Вместе оба рисунка очень красиво смотрелись. Мифи наклеила на свою открытку марку. Потом она пошла к почтовому ящику и осторожно опустила в него открытку. Когда Мифи шла домой, она подумала: «Почта – удивительная вещь. Можно быть вместе со своими друзьями, даже когда мы далеко друг от друга». И Мелани очень обрадовалась этой открытке. Была осень, падали листья и собирались облака. Мифи играла на улице в мяч. И вдруг пошел сильный дождь. Чтобы ее платье не намокло, она побежала в дом. «Мифи, если хочешь играть на улице, надень пальто», — сказала ее мама. Мифи надела пальто. И когда она собиралась снова выйти на улицу, в дверь постучалась медведица Барбара. «Миссис Банни, дождь уже прекратился. Можно Мифи пойдет со мной в лес? Мы будем искать красивые осенние листья для украшений». «Мне эта идея нравится, Барбара». «Но ведь снова может пойти дождь, поэтому проследи, чтобы Мифи была в пальто». Искать красивые листья вместе с Барбарой было очень весело. Они нашли желтые листья, красные листья и коричневые листья. «Из них получится красивое украшение», — сказала Барбара. «Смотри, снова выглянуло солнце и потеплело. Мы можем повесить наше пальто на эту ветку дерева, а сами пойдем искать новые листья». И вскоре их корзины наполнились листьями. «Мифи, тебе не хочется пить после этой работы?» – спросила Барбара. «Пойдем ко мне домой. Мы попьем там холодного лимонада». И они пошли в деревянный дом Барбары. Когда они пили свой лимонад, Мифи выглянула в окно и увидела, что опять пошел очень сильный дождь. «Надо же! Как же наше пальто?» – воскликнула Барбара. «Они ведь висят на ветке дерева. Они насквозь промокнут». «Мы тоже промокнем насквозь, если за ними пойдем», – сказала Мифи. «Не переживай, Мифи», – сказала Барбара. «У меня есть зонтик. Он такой большой, что мы обе под ним укроемся». Под зонтиком Барбары они побежали к дереву, где висели их пальто. С них стекала струйками вода. «Я не могу надеть свое пальто», — сказала Мифи. «Как я пойду домой? Моя мама рассердится, когда увидит, что мое пальто тоже промокло». «Я провожу тебя домой, Мифи», — сказала Барбара. «Под зонтиком мы не промокнем». И когда две подружки дошли до дома Мифи, они были абсолютно сухие. Мифи подумала о том, что скажет ее мама, когда увидит, что она пришла без пальто. Когда мама зайчиха увидела их под зонтиком, она была довольна, что Мифи не промокла под дождем. «Мифи, а где твое пальто?» «Прости меня, мое пальто насквозь промокло», — сказала Мифи. «Я оставила его висеть на ветке». «Ничего страшного, Мифи», — сказала мама зайчиха. «Когда дождь перестанет, мы сходим за твоим пальто». «Барбара, спасибо, что Мифи не промокла под твоим зонтиком. Заходи и давай попьем чай». Они попили чай, а дождь все еще шел. Мифи и Барбара посмотрели на красивые листья, которые они принесли.
Что мы сделаем из наших листьев? Спросила Мифи. Раз идет дождь, сказала Барбара, давай сделаем шапку от дождя. Точно, сказала Мифи. А раз у меня нет пальто, я сделаю себе накидку от дождя. И скоро у Барбары была настоящая шапка от дождя, а у Мифи многоцветная накидка. Они выбежали на улицу и очень удивились, увидев, что дождь наконец закончился. Мифи, уже светит солнце. Пойдем за нашими пальто. Хорошо, сказала Мифи. И на этот раз у нас будут зонтик, новая шапка и новая накидка на случай, если снова пойдет дождь. Мифи, Мифи, отзовись, ты с друзьями веселись. Снаффи, Гранти, Борис, Плут, Хрюшка, Поппи тоже тут. Солнце